Остатки бензина, резины, масляные пятна – обычной водой их не смыть. Чтобы избавиться от такого налета, на дорожном полотне коммунальщики используют специальный шампунь. Ежедневно в рамках месячника по благоустройству на улице Химок выезжают несколько единиц техники, чтобы как следует подготовить город к лету. В рамках масштабной программы по уходу за городским округом от застоявшейся грязи и пыли очистят более 27 тысяч квадратных метров. Дороги, тротуары, скверы и парки.